Нантакет. Разверните карту и найдите его. Видите? Он расположен в укромном уголке мира. Стоит себе в сторонке, далеко от большой земли. Еще более одинокий, чем Эдистонский маяк. Поглядите, ведь это всего лишь маленький холмик, горстка песку. Один только берег, за которым нет настоящей суши. Песку здесь больше, чем вы за 20 лет могли бы использовать вместо промокательной бумаги. Шутники расскажут вам, что здесь даже трава не растет сама по себе, а приходится ее сажать. Что сюда из Канады завозят чертополох, а если нужно заделать течь в бочонке с китовым жиром, то в поисках втулки отправляются за море. Что с каждой деревяшкой в Нантакете носятся, словно с обломками креста Господня в Риме. Что жители Нантакета сажают перед своими домами мухоморы, чтобы летом можно было прохлаждаться в их тени. Что одна травинка здесь – это уже оазис, а три травинки за день пути – прерия. Что здесь ходят по песку на специальных лыжах, вроде тех, на которых в Лапландии передвигаются по глубокому снегу. Что Нантакет до такой степени отрезан от мира океаном, опоясанным, охвачен со всех сторон, окружен и ограничен водой, что здесь нередко можно видеть маленькие ракушки, приставшие к столам и стульям, словно к панцирям морских черепах.